На главной пешеходной улице Твери, Трехсвятской, уже долгое время идут масштабные ремонтные работы. Причем для мощения применяется гранитная брусчатка. О том, какие решения, по мнению жителей, могли бы стать удачными, в нашем материале. Благоустройство Трехсвятской улицы идет полным ходом. Более того, темпы работ обещают ускорить. На улице должны появиться фонтан и интересные арт-объекты, а также предусмотрена современная система видеонаблюдения. А недавно было принято решение покрыть центральную пешеходную улицу долговечной гранитной плиткой. Очевидно, что улица совсем скоро преобразится. Мы выяснили у тверичан и у гостей столицы Верхневолжья, какие объекты благоустройства они хотели бы увидеть на Трехсвятской. Конечно, хорошую дорогу. Она как-то сразу производит впечатление. Если дорога хорошая, впечатление, что город аккуратный, правда? А когда вот это вот, ну, думаешь уже что-то... Что-то, да, не то. Разруха. Не ждут, да. Не знаю, но мы тут, я, может быть, и второй раз, но выглядит очень симпатично ваш город. Спасибо. И лавочки тоже, чтобы аккуратненькие были. И, наверное... И тенек. Слушай, очень хороший указатель, но только там не очень понятно, где, как, куда идти. Где вот мы находимся, там просто вот этой точки нету. Обычно ее показывают. И тогда можно как-то сориентироваться, где мы такой. Ну, может, лавочки такие интересные сделать, чтобы... У нас же тут много кто сидит, отдыхает. Вообще тут собирается молодежь, как вижу, музыканты и все остальное. Ну, в принципе, здесь всего хватает. Вот, магазина хватает. Ну, самое главное, чтобы его сделали как следует, чтобы на следующий год опять не пришлось нам ходить вот не пойми как. Здесь нужна вот такая тихая улица, чтобы люди ходили, созерцали, радовались, те же туристы радовались, что у нас нормальные дороги, и можно где присесть, ну, соответственно, выкинуть мусор. Поменять плитку, покрытие дорожное. Побольше лавочек, может быть, как, может, посередине как бы вот лавочки, чтобы в две стороны движения разграничить. То есть, может быть, больше цветов хотелось бы. Здесь, я думаю, лишнее будет. Что-то типа в Москве, как на Арбате. Знаете, больше цветов хочется. Больше клумб каких-то, чтобы было ярче. И, возможно, тоже какие-нибудь гирлянды, чтобы ночью было освещение какое-нибудь прикольное. Чтобы побыстрее он закончился, потому что неудобно нам с коляской. Ну, хотели видеть, чтобы не было трещин, ровная плитка, брусчатка, все было красиво. Удобные какие-нибудь качели, возможно, где-нибудь какая-то зона отдыха. Мягкие какие-то пуфики где-то какое-то организовать, что-то такое возможно. Думать о прохожих сначала. Ну, в других городах делается что? Сначала дорожки делаются, мостики всякие. И все, люди спокойно, счастливы. А здесь попробуйте пройти на каблучках, на тоненьких. Все, без комментариев дальше. Становится понятно, что тверичи ценят улицу Трехсвятскую не только как памятник прошлого, но и как место отдыха и встреч с близкими и друзьями. Для большинства важно прогуливаться по ней с комфортом. Конечно, чтобы поддерживать лицо города, необходимо еще много работать, и грядущие изменения непременно пойдут на пользу.